И всем привет, дорогие друзья, и сегодня мы будем продолжать оформлять наш небольшой райончик. В предыдущей серии мы оформили вот этот вот особнячок, такой небольшой. То есть у нас получился такой вот страшный, зловещий, такой весь облизанный особняк. А сегодня мы будем оформлять самый обыкновенный дом. Также вы видели, как он строился, в общем, в таймлапсе. Ну что ж, давайте начинать. Предлагаю начинать его оформлять именно с гаража, то есть вот эта часть, это гаражная часть, да? Ну, потому что, смотрите, сейчас, так, давайте вот поднимемся здесь, таким, оп. Здесь, в принципе, не так уж таки много места для оформления, и здесь вот у нас, таким. И здесь чердак, думаю, мы даже за одну серию с вами управимся. Так, давайте спустимся, закроем это все дело. Смотрите, что подразумевает у нас чердак? Всякие машины, возможно, какие-то коробки, ой, чердак, ё-моё, гараж. Машины, коробки там, ну и все такое. Это, наверное, таки даже не чердак, а больше подвал будет. Так, ну давайте искать это все дело. Предлагаю начать с колес. Я знаю, что тут есть где-то колеса. Так, колеса, колеса, колеса. Вот у нас есть различные виды колес. И давайте их сюда накидаем. Значит, лучшей идеей было бы начать с освещения, но мы не ищем легких путей. Ну, в принципе, ладно, давайте начнем с освещения. Так. Освещение в гараже не должно быть каким-то таким супер-дупер навороченным. Что-нибудь простенькое возьмем. Даже, возможно, вот такие вот лампочки. Смотрите. Вот такую вот лампочку сюда вот. Одну. И одну вот сюда вот можно даже прицепить. Все. Свет у нас в гараже теперь есть. Не знаю, они как-то не очень выглядят. Можно найти вот, может быть. Сейчас, 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 сейчас. Во, вот такие вот. Вот. Они стоят, конечно, вот так вот. О, вот так тоже сойдет. Мне даже так больше нравится. Все, вот такое освещение у нас будет в гараже. То есть мы можем его выключить. Будет темно. Включим, будет светло. Все, продолжаем теперь оформлять дальше. Так, берем так вот это вот колесо. Оно же должно ставиться вот так. Почему? Почему они не хотят лежа ставиться? Типа. Вот, это сейчас ставится. Ну, давайте на это колесо положим. Угу. Это колесо почему тоже не ложится. Допустим, поставим сюда еще одно колесо и здесь положим вот так. Далее нам нужно выбрать вот это. Вот это шкафы, полки. И здесь ищем вот такие вот бочки, всякие маленькие сундуки. Давайте вот кучу понабираем их сейчас себе. Так. Что у нас тут еще есть? Есть всякие бочки. Давайте такую можно взять. И, возможно, какие-то с фруктами бочки. Так, это у нас чем? Ну, допустим, с яблоками. Ну, давайте возьмем. В коробочке картонные яблоки. Ну, коробочки это все всякие. Предлагаю здесь поставить так. Вот они же друг на друга ставятся. Чего у меня тогда не захотелось ставиться? Ведь не хочет ставиться, ну ладно. Так, раз. Вот теперь это как будто целый блок. Поставили, видите. Если я сейчас поставлю сюда черную, вот эту вот коробку, то она будет вверху. Так, давайте теперь эти вот так. Под углом их можно, интересно, ставить. Под углом нельзя ставить, а где у него. Что-то непонятно, где она открывается, эта коробка. Вот это и понятнее. Поэтому давайте их поставим. Ну и наверху тоже белые вот так вот раз. У нас еще такие белые. Вот такая белая. И такая белая. Все. Вот такие коробочки готовы. Дальше давайте возьмем бочку. Бочку поставим сюда. Бочка, кстати, не такая большая, как я себе представлял. Вроде у нас где-то еще были бочки, а вроде бы не было. У нас есть корзинки, наверное. Да, это были корзинки, а не бочки. Возвращаемся так, вот сюда вот там надо. И теперь так, 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 давайте это что у нас? Просто такая корзинка. Давайте ее возьмем. И поставим ее куда-нибудь. Вот куда-нибудь, куда-нибудь. Вот так, возможно, можно поставить. Так. Так она. Вот здесь нормально стоит. Почему она как-то криво стоит? Ну-ка. Вот, все. Ручкой вот так вот. И сверху еще бочку так прицеплю. Все хорошо, замечательно. Так, что еще здесь можно найти полезного? Можно найти. Так, вот это я так и не понял, что это такое. Ну, это поручень какой-то или что это? Так, ну ладно, возьмем еще вот такие штуки. Так, ну как потолком крепится. Нет, видите. Ой, я только зря, походу, это использую. Так, раз, так, ем. Два. Все. Теперь сюда ничего не ставить. Значит, это поручень какой-то. И где он вообще? Так и не понимаю, что это. Так, куда я их поставил?
Так, где-то она стоит здесь. Ну-ка сейчас блоками проверим, где она стоит. Она стоит где-то здесь, потому что сюда ничего не ставится. Так. Ну-ка. Что-то найти не могу. Ладно. Это плохая штука, оказывается. Не хочет она ставиться. Где он? Вот. Какой-то он невидимый, походу. Это не стакуется, скажи. Так, ну она какая-то слишком светлая. Она слишком светлая, эта штука. Давайте возьмем потемнее, вот такую. Давайте. Вот это уже получше смотрится. Дальше что можно взять? Можно поставить сюда какую-нибудь, может быть, стиральную машину. Есть ли тут какие-то стиральные машины? Мне кажется, нет. Походу на то. Да, нету. Так, ладно. Так, в экстерьере у нас что-нибудь есть для этого всего? Это вытяжка. Или что это? Это какой-то стенд. Все, понял. Понял, туплю. Так. Тут у нас ничего нету. Ну вот есть спасательные круги. Давайте, в принципе, возьмем вот такой спасательный круг. Мало ли кто тут у нас может живут. Люди, любящие поплавать, вот им нужен спасательный круг. Ну, допустим, вообще гараж это какая-то у нас должна быть захламленная часть. Вот вроде и захламленная, а вроде бы и нет, где все лежит как-нибудь по порядку. Так. Этот телефон есть классический, но нам нафиг не надо. Так, давайте возьмем чемоданы, допустим, сейчас, типа, плюс-минус, и не тепло, и не жарко, поэтому всякие где-то были тапочки, что были вот из обуви. Где? Вот эту всякую фигню. Так. И штуки вообще нафиг их надо. Вот, допустим, все, они их убрали, куда-нибудь туда поставили так. Продолжаем захламлять дальше. Это сюда можно поставить. Так, оно стакается. Нет, оно не стакается, к сожалению. Хотите, вот так поставим. Сюда вот. Все хорошо. А дальше. Здесь есть велосипеды. Давайте воспользуемся этим. У нас еще есть вот такой дым, но тут же вроде мотоциклов-то нет. Типа, ну, дым типа к велику. Странно, конечно, выглядит, но ладно. Давайте сюда, допустим, к стенке могу прицепить велосипед. Могу, но видите, как там ложится, поэтому плохая идея сейчас, или что-нибудь другое. Не, как бы идея хорошая, но как-нибудь его по-другому прицепить. Сейчас давайте воспользуемся этими корзинками. И вот так вот поставим. Не, велосипед с корзинкой не очень выглядит. Нужен другой, допустим, таки. Да, просто какой-то красный. Он тоже с корзиной, да? Да, и да, что ж такое-то? Противные велосипеды какие. Ну если такой, то у нас чемодан просто корзины. Короче, почему нет обычного велосипеда? Что за глупость? Должен же быть. Да ладно, возьмем стандартный белый. Вот, пусть он типа вот сюда вот у нас прицепили его, ну не знаю. Какие-нибудь подпорки можно поставить. Ладно, плохая идея, поэтому просто его куда-нибудь. Все, вот сюда вот облокотим. Все, пусть он тут стоит в гараже, типа. Здесь можно сделать как бы небольшой такой встроенный шкафчик. Для всяких инструментов или чего-нибудь такого. Так, это нам тоже сюда надо. Так, что нам тут можно отсюда взять? Явно не книги, хотя тоже как бы книги могут сойти. Взять что-то такое под камень, типа вот такой вот, наверное, такие цвета. Вот с какими-то полотенцами можно взять парочку, вот один ящик такой. Или что это такое? А, что тут еще есть? Это посуда, тоже фигня какая-то уже. Давайте вот эти вот все возьмем сейчас. Так. Посмотрим, что у нас есть. Ага, и с корзинкой сразу это оставляем. О, вот это уже тоже хорошо. Так, окей, это тоже можно оставить. Какие-то вот такие вот просто пустые полочки оставим. Здесь. Это такой небольшой встроенный ящик у нас есть. Угу. Его можно, конечно, выше туда вот сделать. Видите, здесь у меня выше просто уже идет трава. Хорошо. Так, ну-ка, где винный? Вот этот винный. Ну-ка, он хорошо стакается, насколько хорошо так. В принципе, нормально, можно было даже какой-то винный погреб сделать. Так, ну смотрите, это еще не все, это еще не все. Давайте сделаем какую-нибудь штуку, типа настилку. Это у нас вот отсюда возьмем. Вот, типа, вот чего-то такого. О, вот такие штуки, которые там, оп, переделаем. Все, вот так вот. На всякий случай будет. Во, вот теперь, мне кажется, гараж, вот теперь мне он нравится. Так, оформили его неплохо. Не хватает каких-то крючков, вешалки, может, какой-нибудь. Топор.
топор, топор. Топор можно, конечно, в гараже, думаю, тоже хранить куда-нибудь его. Найдем. Вот мне блок нужен. А что такое? Вот этот и куда-нибудь. Вот сюда вот. Сейчас нет. Так, ё-моё, что? Ой, давайте эти блоки уберем, ладно. Её надо вот так ставить. Угу. Да ё-моё. Теперь фиг отсюда еще выберешься. Так, и сейчас быстренько вот так делаем. Угу. Да ё-моё, русская раскладка. Что ж такое? Гами. Ой, теперь капслок оказался. Гами, моди. Вылетаем нафиг отсюда. Угу. Все хорошо. И в креатив. И сюда вот видите, топор здесь у нас такой находится. Мало ли для чего ему пригодится. Вот теперь мне что нравится, можно выключить тот свет. Можно, давайте оставим лучше включенным. Светильничек еще можно какой-нибудь где-нибудь, не знаю. Тут прицепить. А на эти сюда не хочется цепляться. Ну, поэтому, значит, так и оставляем, если только максимум сюда куда-то и все. Хотя тут он тоже не нужен. Ну-ка, интересно, подождите, давайте по свету возьмем какой-нибудь маленький такой светильник. Какой-нибудь маленький прям светильник. Чтобы его сюда просто прицепить. Ну-ка, вот такой вот у нас сойдет. Интересно. Да, вот такая лампочка мне нравится, я ее куда-нибудь просто вот сюда вот поставлю так вот к низу. Где-нибудь. Да ё-моё, некуда ее даже поставить, ладно. Видите, сюда ничего не крепится. Ну-ка. Вот сюда вот я поставлю, значит. Все, хорошо. С оформлением гаража мы закончили. Если добавлять какой-то коврик, ну тут не имеет смысла. Все, поэтому можно, думаю, отсюда уходить и закрывать данные дверки. Так, и хорошо, теперь побежали вот сюда вот. Подымаемся. А. Даем. Вышли. Все, по лестнице поднимаемся, открываем. Смотрите, у нас вот эта вот часть, это у нас вот эта как бы микрокрыша гаража. Без нее было бы хуже. Вот я теперь не знаю, как вот это место использовать. На него и ничего поставить нельзя, и, ну и как бы ничего не сделаешь с ним. Вот, поэтому вот так вот как-то. Раз и раз, все. Видите, то есть ставить на него ничего нельзя. Оно все будет подлетать наверх. Ну ладно, придумаем что-нибудь. Давайте начнем с кухни. Вот тут я поставил вытяжку по той причине, потому что у нас тут труба находится. Вот тут она немножечко просвечивается. Поэтому тут будет вытяжка. И давайте тогда сразу начнем здесь оформлять кухню. Возьмем какую-нибудь современную кухню, пусть она будет в зеленых оттенках. Я хочу какую-нибудь современную. Это вот. Что ретро. Почему ретро? Так, ну ладно, возьмем что-то такое зелененькое, вот такое. Посмотрим сюда плиту, только ну-ка. Холодильник, ну не знаю, оно какое-то слишком все зеленое. Вот, может быть, вот что-то такое поставить. Или не знаю. Вроде смотрится, вроде нет. Давайте, короче, возьмем тогда что-то. Просто уж такое белое или вот такое вот. Вот такое вот сероватое можно взять. Так, теперь нужно просто под нее найти печку. А вот и печка сама нашлась. Все. Печь сюда. Ящичек сюда, ой, раковину сюда, и сейчас кран какой-нибудь под цвет такой вот серебристый сюда. Все, хорошо, теперь смотрите, как это красиво все смотрится. Так, я не знаю, кстати, здесь еще какая-нибудь ванна, туалет должны быть. Но, возможно, это будет на чердаке это глупо делать. Поэтому не знаю, где-нибудь мы это прицепим. А зеркало, думаю, нам здесь не нужно. Так, холодильник нам нужен. Холодильник возьмем какой-нибудь, тоже такой вот. Холодильник, кстати, можно взять белый. Холодильник взять белый, так, сюда. Или же взять серый холодильник. Это просто какие-то железные блоки. Ну, давайте возьмем какой-нибудь такой. Так, сейчас глянем, какой лучше не смысл. Вот если бы они стакались, было бы хорошо, но нет, этого не происходит. Кстати, вот такой холодильник как-то помощнее смотрится, поэтому его поставим. Ведь он будет загораживать окошко, поэтому поставим его здесь. Высоким мы сделаем обязательно. И сюда можно будет прицепить теперь. Открываем вот эти вот полочки. Так, ищем. Нужен нам цвет. Это вот такой вот сероватый. Или это не он? Так. Не знаю даже. Где вот это вот? Не того цвета, видите? А какой-то более такой светлый.
что-то какие-то цвета плохие походу подбираю, раз у меня не совпадает никогда ничего. Вот, вот такая вот у нас нам нужно. Сюда вот такую штуку прицепим. Это такой ящичек небольшой. Или какие-нибудь там, может, тарелок или что-нибудь такого. А вот этот побольше, так, ну-ка. У нас посуда, допустим, стоит, ну-ка. Хотя оно там снизу открывается, поэтому оно должно быть именно навесным, предполагается, что будет. Где-то даюсь. Нет, вот это все-таки здесь лучше смотрится. Что будет? А, вот у нас. Все, вот сюда вот такую поверхность поставить. Все, такая мини-кухонька у нас есть. Теперь берем интерьер и ищем, что сюда можно поставить. Сюда можно поставить какую-нибудь кофемашинку, где они были у нас такие большие. Так, телефон, это не то. Это я их видел, куда они деваются? Вот они. Вот какая-нибудь эти красные поставим сюда. Вот так вот взяли. Все, вот стоит. Прицепили, например, гигантская здоровая какая-то. И больше на дрель похоже, поэтому не будем, значит, ее здесь оставлять. А, давайте поставим сюда что-нибудь. У нас есть бокалы такие, они цепляются к стенке, вот такие вот. Сюда это тупо их цеплять. Поэтому делать мы так не будем. Поэтому поставим сюда. Отсюда поставим всякие вот такие вот. О, вот это вот сюда поставим. Перо. Пусть у нас тут стоит. Где-нибудь сейчас прицепим вилки, ложки-то. Или вот даже можно прицепить куда-нибудь. Вот сюда вот. Не, это мочалка и щетка. Это не то, это для ванны больше подойдет. Так, это где? Тогда вот это вот. Кухонные всякие принадлежности. Хорошо, а на печку бы еще фунт сковородку поставить, будь она здесь. Ну ладно, обойдемся без нее. Все, вот такая мини-кухонька у нас с вами готова, и она у нас есть. Так, вот этот пирог стоит под наклоном? Или нет? Нет, он прям только стоит, жалко. Теперь сюда ставим такой стол. Ищем столы, вот они у нас. Поставим стол со скатертью, может быть, вот такой какой-нибудь. Ну, как он смотрится? Ведь у нас все серое, поэтому этот стол сюда не подходит. Если брать только вот, наверное, такой вот. Можно такой, конечно, стоять. Но он тоже просто серый какой-то. Тоже некрасиво смотрится. Что же тогда делать? Брать какой-нибудь такой. Ну, кстати, вот это нормально смотрится. А круглые столы у нас будут стакаться? То есть вот какие-то вот такие вот. Нет. А круглые... Типа вот таких вот. Тоже нет, да, наверное? Да, тоже, к сожалению, нет. Да и верно, тоже нет. Значит, оставляем такой. Все, такой небольшой столик у нас будет. Можно его сделать даже как-то так вот, пускай будет. Мини такая барная стойка, не знаю. Так. Теперь ставим стулья. Возьмем тоже светлый стул такой вот. Или же даже возьмем какие-то вот такие вот стулья, более современные. Пусть такое будет, одно такое и одно. Пусть вообще будет. Так, вот так, все хорошо. Теперь их ставим сюда. Сюда ставим. Да ё-мо, эти прыгать. Серый вот такой серый стул сюда ставим. Сюда ставим синий стул. И сюда вот такой вот зелененький стул. Все, тут, в принципе, всем место есть, чтобы поесть. Вот я бы зеленый стул еще вот сюда вот поставил бы. Просто чтобы можно было подходить. Все хорошо. Так, можно на эти стулья, кстати, садиться, прикольно. Да ё-мо, так. Так, вроде в проходы это ничего не мешает никак. Всё, пусть, значит, так это и остается. Единственное, что вот сюда это поставить. Я не знаю. Просто я не хочу, чтобы он тут вот этому проходу мешал, но я не хочу как-то. Не знаю. Сюда. Ладно, у меня появилась еще одна идея. Возможно, плохая, возможно, хорошая. Сделать здесь диван. Такой серенький вот такой вот. А давайте вот так и сделаем все. Нормально. Можно неудобно посидеть и покушать, и все хорошо. Возможно, вот эти вот окна у нас сейчас придется им убирать. Не знаю, так, вот здесь у нас вид есть красивый. Так, ну вроде кухня готова. Давайте на стол поставим, допустим, такие, что у нас. Опять интерьер. Ага, выбираем. Ставим какой-нибудь вот такой вот чайник электрический, это, как понимаю, чайник. Ставим сюда кружечки где-то были у нас. Где они у нас были? Что-то когда надо, ничего не найдешь так. Это у нас кофемашинка такая. А, это кофемолка. Окей, давайте сюда чайник поставим. Сюда вот печеньки. Так вот, печеньки сюда можно прилепить.
Ну, можно предположить, что здесь, допустим, живет один человек или там, может, два человека максимум. Ну, просто больше места нету. Так, хорошо. Какие-нибудь стаканчики, что-нибудь такое еще взять сейчас. Где я в прошлый раз нашел стаканы? Не знаю, так. В кухне нету. Может быть, написать такая раскладка. Непонятно. Угу. Вот кружки, но они находятся в... А, еда и напитки. Это где? А, вот, ё-моё. Вот у нас еда и напитки такие. Все, а я что-то туплю. Давайте тогда сюда возьмем, поставим какой-нибудь... Ну, вот такую двойную кружечку, там дымок поставим. Да, вот, кружечку, дымок. Мы дым сюда, что ли, поставится? Где он? Ну, какой-то причине дым из-под стола идет. Так не должно быть. Не надо. Да ё-моё. Вот, все. Хорошо. И какую-нибудь тарелку с едой, пусть это будет тоже. Там у нас пирог. Все, такая тарелочка будет сегодня. Все хорошо, мы заполнили это место. Сюда, что сюда можно прицепить? Сюда можно взять из интерьера картину вот такую вот. Как раз таки поднимем место. Вот сюда вот здесь. Ну, мне кажется, плохая идея все-таки около печки картины вешать. Так. Ё-моё. Так, нет. Да, что такое? Почему бочку поставил? Как я бочку взял в руки? Так, ну-ка. Ну, не, фигня. Можно сделать какое-то подобие муштилика. Мне кажется, это было бы неплохой идеей. Подобие телека, если сделать. Ну, тоже фигня, мне кажется. Допустим, пусть тогда здесь висит какой-нибудь план, ну, на день у них вот здесь пусть висит. Все, вот такой вот. Где-то здесь вот. Что им нужно сделать или что-нибудь такое. И возьмем сейчас еще вот такую вот фоточку возьмем. И возьмем так. План, вот эту доску возьмем вот такую вот. Такую. Да ё-моё. Опять не ту взял. Вот так вот взяли. Вот сюда вот можно зафигачить куда-нибудь. Повыше вот так вот. Повыше вот так зафигачить. А здесь повешу какую-нибудь так вот сзади фоточку. Все хорошо. И мы что-то где-то сломали, а мы сломали дым. Да ё-моё, что ж такое-то? Ох, как тяжело это все делается. Все. Дым у нас. Все, теперь все правильно. Оставляем, значит, вот таким вот образом. Теперь нужно сделать где-то непонятно где ванну. Ее можно сделать здесь, но тут у нас окна. Ванна на чердаке плохая идея. Это и так понятно. На чердаке можно сделать, может, кроватку и какой-нибудь телек сюда вот сюда. Вот. Может, тут полочки, допустим, такие. Кровать и телек. Все. Ну, даже вот здесь телек. Это будет достаточно. Значит, здесь у нас где-то должна быть ванна. Тут у нас слишком много лишних окон. Здесь у нас проход вот вниз. Ага, ну что-то непонятно, куда что поставить. Все на шкафы, давайте хоть что-то в шкафу поставим сейчас. Вот так вот. А сверху чем-нибудь накроем, чтобы можно было проходить. Ну, не знаю, как мы сейчас придумаем это. Так. Выбираем сюда. И выбираем шкафы, пускай они будут тоже такого в сером цвете. Какие-нибудь книжные полочки сейчас возьмем. Нижние полочки возьмем белые с вами. Вот такие вот обязательно. Белые. А какие-то... Так, это здесь стоит. А теперь что-нибудь такое для вещей. Каких-нибудь там тоже серенькое будет. Какое-нибудь сейчас. Где оно тут под этой фигней скрывается? Не знаю, что-то вообще ничего не могу найти. Так. Во, все, вот так вот пусть будет здесь. Такие штуки, отсеки, ящики. Так, теперь мне нужны доски нужны. Такие светлые, вот такая фигня. Так, теперь закрываем. Ну-ка, если это закрою, я же могу тут ходить. Если вот здесь. Ну да, все, я спокойно здесь могу ходить, значит так и оставляем. А, как-нибудь к нему прицепить. Не хотят цепляться сейчас. Значит, делаем вот так вот. Значит, поставили. Оп, все. А выходить будем здесь. Так, оп. Поднялись, все. Единственная проблема здесь, это вот такая вот штука. Сейчас от нее тоже как-нибудь можно, думаю, избавиться. А, в принципе, зачем избавляться? Ну, пусть будет. Какой-нибудь ковер сюда просто прицепим. А ковры вот как раз-таки.
И возьмем желтый коврик, пускай тут будет. Почему бы нет, хоть небольшой желтый коврик здесь. Решили они расстелить хозяева этого дома. Такой вот, пускай будет. Все, и сюда вот, наверное, надо было вести. Все, я то. Сюда можно поставить какой-нибудь стул, типа посидеть, может что-нибудь почитать, поделать. Вот так вот. И сюда, смотрите, ноутбук сейчас. Так. Ноутбук. Где-то он ее увидел. Вот он у нас. Сюда. А, подпрыгнуть ничего. Сюда ставим ноутбук. Берем теперь стул. Какой-нибудь тоже удобный возьмем. Ну, это кресло уже пошли, это не то. И берем. Можно даже табуреточку взять какую-нибудь просто получше. Так, где-то были табуретки. Это барные стулья вроде бы. Табуретки тоже высокие стулья. Возьмем тогда вот такой стуль. Чисто белый. Все. Он с фигалином не летает. Под него ковер, походу, подзагнать нельзя. Ну ладно, значит, оставляем такой. Вот этот момент. Не нравится мне, как эти ковры себя ведут. Вот видите, вот что это такое торчит у нас. Не знаю, не очень как-то выглядит, значит, придется убрать другой ковер. Ковры. Вот ковры. И возьмем тогда, ну. Ну, не знаю, уже такие не хочется в этот дом ставить. Все, ну, такие красные, но они здесь уже вот, фигово, как мне смотреться, слишком такие уж. Ай, я опять что-то накосячил. Даем. Так. Угу. Всё, поставили, так давайте здесь скинем быстро. Сюда. Посмотрите, говорю, что такой ковер, вот здесь он уже не очень смотрится. Поэтому будем что-нибудь другое делать. Поставим его здесь тогда, пускай. Все. Здесь у нас чувак сидит, что-нибудь читает, делает что-нибудь тут. И все. Так, хорошо. Здесь у нас будет подъем на чердак. И какие-нибудь, не знаю, может быть, еще какие-то полочки, ящики. Но это мы оформим уже, ребята, с вами в следующей серии, то есть. Так, сейчас. Секундочку. Вот сюда вот еще, думаю, можно сейчас. Успеем поставить, время еще есть у нас. Поставить. Где у нас было это? Шторки, вот они. Шторки, взять какие-нибудь вот такие светлые шторы. Так, это сюда вот, допустим, сюда вот. Вот сюда вот одну можно вот так повесить. И с этой стороны также одну. Да, пускай вот так вот будет. Не задвигаются у нас. И здесь также. Красным горит. И с этой стороны также уберем так. Вот эту вот шторку. Здесь прям паком пройдемся. Все, понятно, будет там такая собранная шторка. Все, вот эту часть я еще пока не буду ни зашторивать, ничего с ней не делать. Потому что я не знаю, как это у нас будет. Что мы будем с вами дальше делать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой канал. Всем удачи и всем пока.